Франц Кафка. В исправительной колонии. Это особого рода аппарат, сказал офицер ученому путешественнику, не без любования оглядывая, конечно же, отлично знакомый ему аппарат. Путешественник, казалось, только из вежливости принял приглашение коменданта присутствовать при исполнении приговора, вынесенного одному солдату за непослушание и оскорбление начальника. И в исправительной колонии предстоявшая экзекуция большого интереса, по-видимому, не вызывала. Во всяком случае, здесь, в этой небольшой и глубокой песчаной долине, замкнутой со всех сторон голыми косогорами, кроме офицера и путешественника, находились только двое. Осужденный, туповатый, широкоротый малый, с нечесанной головой и небритым лицом, и солдат, не выпускавший из рук тяжелой цепи, в которой сходились маленькие цепочки, тянувшиеся от лодыжек к шее осужденного, и скрепленные вдобавок соединительными цепочками. Между тем, во всем облике осужденного была такая собачья покорность, что казалось, его можно отпустить прогуляться по косогорам, а стоит только свистнуть перед началом экзекуции, и он явится.